снять и морщить сутки, и не расчесывать. Мы с 8-й поликлиники, которая находится на Пушкинской. Каждый выходной, правильно? Каждый выходной проводим акцию. Бесплатно прививаем людей от гриппа. Вакцина Савигрипп, в принципе, хорошая. Поливалентная. Нет аллергических реакций. Переносится хорошо, все довольны. А сколько раз надо прививать? Раз в год желательно. Сегодня на Соборной площади стоит палатка, в которой врачи прививают людей от гриппа, от обычного сезонного гриппа. Им помогают волонтеры. Требуется заполнить согласие и написать свои паспортные данные, и тебе сделают укол. Это бесплатно, и гриппом болеть в этом году не будешь. Подобные акции проходят в разных районах города, их организуют разные больницы и поликлиники. Недавно было расписание на сайте администрации, во многих СМИ можно найти, где в вашем районе будут делаться прививки.